Доброго времени суток. Давайте посмотрим, встретится ли вам новый мужчина до конца лета. Остался месяц, да, уже даже чуть меньше. И посмотрим, будет ли знаменательная встреча, да, с мужчиной, который внесет в вашу жизнь любовь. Подумайте о себе, давайте посмотрим. Да, девочки, и не один будет такой мужчина. Но, девчонки, у вас будет по этому поводу какое-то расстройство. Почему-то в этих мужчинах вы не будете видеть, да, какой-то стабильности. Здесь маг, рыцарь пентаклей, паж мечей. То есть я смотрю, что, в принципе, вы не обделены мужским вниманием. Но, девчонки, мужчины все такие, да, паж мечей, вообще эгоистичный ребенок, рыцарь пентаклей, да, человек медленный, тяжелый на подъем, да, он потихоньку, постепенно кубатурит, да, может никогда и не добраться до приглашения даже вас куда-либо. Маг — это, может быть, манипулятор, да, человек с высокой самооценкой, да, пытающийся манипулировать всеми. Да, и вы по отношению почему-то к этим людям, тут королева мечей. Мне здесь показано, девочки, что вы вообще расстроены, да, и чувства как-то свои убрали. Вы хотите новой любви, но вы к ней абсолютно не готовы. И сейчас мне тут в комментариях будут: ой, я говорю, нет, девочки, вы не готовы. По крайней мере, вот мне здесь показывают какую-то одну, которая не готова к отношениям. Хотя мужчины рядом есть. Вы даже можете их не замечать. По четверке, девочки, по четверке чаш и по королеве, да, мечей, ваши чувства, они больные. Вы их засунули далеко, вы их не лечите, вы их просто спрятали. Вот и все. Думая, что все само собой образуется. Но нет, девочки, не образуется. Это все надо достать, пережить, да, и сказать этим чувствам до свидания. Чувство боли, досады и так далее. Здесь абсолютно не готовая женщина. Вы всех мужчин будете воспринимать с вилами. Холодный взгляд. Да, рентгеновский взгляд, недоверие, недоброжелательно абсолютно. Вот тут вот мечи пошли, да, туз мечей, женщина, которая остро реагирует на все, понимаете? Мужчина, что бы ни сказал, за вот этот опыт за плечами, который женщина выкидывать не хочет, да. Опыт ведь это что? Надо взять самое ценное и не наступать на грабли. Но не обиды, да, и не то, как там было у вас. Потому что люди приходят все разные. И к другому человеку действовать с позиции прошлого опыта — это глупо. Он ни в чем не виноват, он вас не обижал. А здесь женщина, она действует именно так. Она сразу уже смотрит: что ты можешь мне дать? Угу. Какие-то его высказывания, либо даже, может быть, шутки, еще что-то, женщина уже будет воспринимать с мечом. Потому как отношения в ее сознании всегда были больные. Сильная женщина здесь у меня, видите? Сильная. Сама тянет на себе всю семью. Все отношения тянет на себе женщина. Вот так вот. Потому как мужчины попадаются эгоистичные. Эгоистичные, девочки. Но опять же здесь говорится, что встреча, например, с мужчинами, которые будут, вот, например, если взять мужчину-манипулятора, мужчина-манипулятор будет такой мужчина, который благополучный. Здесь мужчина может дать, девочки, многое. Начиная с денег,
подарков и так далее. Здесь говорится о том, что вы уже тот человек, да, который, ну, вы будете виноваты, если пропустите такого человека. Либо здесь, девочки, говорится о том, что все-таки вам надо, да, с этими мужчинами по девятке чаш действовать тоже эгоистично, брать для себя, да, ни о чем не думать, а просто получать удовольствие от жизни, веселиться, гулять, я не знаю, там, ну, все блага, короче, да, жизни познавать, прекращать быть мечевой. И ни в коем разе, девочки, не быть тайной. Никаких треугольников. Вы должны выходить из тех сценариев, которые были раньше. Не прощать, да, вот эту безответственность и легкость, с которой мужчины к вам подходят. Вот. Лучше, да, растянуть моменты вот эти вот ухаживаний. А если ухаживаний совсем нет, значит, пошел вон. Да? Как начинают мужчины говорить, что там меркантильные, вам там что-то надо, да, женщины, либо нам с тобой не 5 лет, чтобы ухаживать. Ну вот не 5 лет, идите, ищите там вот, кому не 5 лет. А мне вот сколько бы лет не было, все время 5, да, мне нужно ухаживание. Нет ухаживания, иди ты в баню. Значит, ты не готов ничего вообще делать для меня, вот так вот. Ну это, по крайней мере, моя позиция. Я считаю, для женщины она, по-моему, самая верная. Мужчины, девочки, будут. И у кого-то они даже есть. Но просто вы можете не замечать. Вот серьезно вам говорю. Отфутболивайте легкость. Да, отфутболивайте вот эти вот шуточки по поводу того, что давай вот там уже сразу, да, там пойдем, там ляжем, еще чего-то. Нет, девочки, просто растягивайте удовольствие. Мужчины будут. Вот серьезно говорю, будут. Либо несколько сразу, либо по одному выбирайте здесь. Если маг, девочки, то будет с деньгами. Вот серьезно. Мужчина среднего возраста, как мне идет, благополучный мужчина. Но человек, который может все-таки будет стараться, да, как-то вами управлять. Да, может быть, даже как-то вот так вот, чтобы вот вы не видели. Получайте удовольствие для себя, общайтесь, но опять же смотрите, если это женатый человек или есть отношения, таких отношений вам не надо. Здесь так и говорится, от этого уходить. Если будет, например, рыцарь Пентакли, который будет долгий, да, очень долго там к вам как-то подступать, да, не знаю, с чего начать вообще. Да, девочки, тоже. Здесь принимайте все как должное. Тоже катайтесь с ним, ходите, рулите, я не знаю, там. Тоже делайте вид, что вам все хорошо. Принимайте удовольствие от жизни и общение с этим человеком. Сразу только, девочки, выставьте свои границы, да, приоритеты. Потому что это люди такие тоже очень долгие. Лучше, да, как-то сразу же разрулить все. Что к чему и почему, да. Если паш мечей, ну, тут я не знаю, девочки. Если дитёк вам подойдет в образе мужчины, да, еще и с гонором, да, который будет топать ножкой. Ой, девочки, нет, тут говорят сразу надо таких. До свидания, да, пошла-ка я лучше где-нибудь там сама посижу, о жизни подумаю. Мужчины будут, девочки, будут. Здесь как совет карт, девчонки, действовать по сердцу. Если сердце, да, вам подсказывает, что да, человек напоминает кого-то, либо уже в подсознании как-то, да, где-то уже вы это видели, чувствуете, что что-то не то, доверяйте себе, девочки, не делайте больно. Опыт сердечных переживаний у вас уже здесь есть. Холодных мужчин вам тоже не нужно. Если увидите гонор, да, эгоизм, ну, тоже прощайтесь.
Вот я как скажу, самый хороший вариант здесь, да, это рыцарь жезлов, девочки. Можно отдохнуть, прокатиться, поразвлечься, всяко, да. Только не принимайте это как личное, да, можно сказать. Стабильных мужчин не увидела до конца лета, девочки. Но с тем, с кем можно провести время, пообщаться хорошо, провести, ну, я не знаю, вечера, они будут. Просто, девчонки, выстраивайте границы и не допускайте, да, ошибки прошлого.